Всем привет! Сегодня вам расскажем про наш новый бренд в ассортименте. Это российский бренд Норпа. Чем они хороши? Ну, во-первых, это практически полный аналог Didrikson, которого уже очень сложно где найти. Мы нашли российский аналог, практически полная копия и по качеству, и по дизайну. Сейчас покажем подробнее. Так, вот здесь вот мы покажем вам две модели. Это модель Синара, однотонная, и модель Сандал, это расцвет Орликина. В модели Сандал Орликин это 180 граммов утепления, а в модели Синара 200. И плюс еще на попе у нас на подкладке вот такая ткань шерпа, медвежоночек, очень мягкая и дополнительно будет согревать. Из функционала то же самое, что мы любили в Didrikson. Осталось в Норпе. Появилось, осталось. Кому как. Но они, правда, очень похожи. То есть ткань с отличной водонепроницаемостью и парпроводимостью. Утяжки. Трикотажные манжеты. Ветрозащитная планка на липучке. Внутри подтяжки для полусброса. Утяжка на талии с двух сторон. Точно так же есть, как в Didrikson, система роста, рукава и штанина. Сейчас покажем. Также, обратите внимание, есть утяжка на липучке, штанина, чтобы зафиксировать, и она не спадала, например, на ботинок, не волочилась по полу. Снежная ветра, штрипка. И теперь по системе роста. Вот он, этот сокровенный шов, который позволяет увеличить размер комбинезона примерно на 1. Вот он, красная ниточка. Вы ее распарываете. И все, что вот здесь сейчас сборит, вот она сборка, ее тут видно, она распрямляется, и комбинезон, именно штанина и рукав, становится длиннее примерно на 3 сантиметра. Комбинезон Синара у нас чуть-чуть потеплее. Внутри он такой нарядный. Красивая очень подкладка. Меховая попа. Точно так же есть утяжки по талии. Очень красивый цвет нежного бежевого. Подтяжки для полусброса. Есть нашивка с инициалами ребенка. Ну, размер. Петелька. О, смотрите, даже есть трикотажный воротничок, чтобы сзади комбинезон не поддувало. Даже если ребенок забыл шарф, например, надеть, будет хорошо прилегать к шее, не будет поддувать. Отличные варианты на зиму. Примерно на погоду от, ну, где-то плюс 5 для активных детей до 10-15, если, например, комбинезон Синара с термобельем и активный ребенок, минус 20 легко.